Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать пластинки и завитки из мыла и какие овощерезки для этого подходят. Первая овощерезка, которая у меня была, она была керамическая, но горизонтальная. Это вертикальное расположение лезвия, а у меня была горизонтальная. Она сломалась, к сожалению. Вот. Потом я купила с металлическим лезвием. С металлическим лезвием мне понравилось больше. Вот они бывают горизонтальные, бывают вертикальные, бывают с лезвием металлическим, бывают с лезвием керамическим. Вот. Чтобы сделать пластинки, нам понадобится овощечистка с металлическим либо керамическим лезвием, кому как нравится, обе подойдут, с прямым лезвием. Вот, сейчас покажу. И еще нужно мягкое мыло обязательно. Сухое будет крошиться и ломаться. Я держу мыло, как на видео, и режу от себя. Кто-то может резать на себя, кому как удобно. Мне удобно горизонтальные ножи. Вертикальными не очень удобно, но кому-то наоборот. Это у меня даже не получается, рука не набита. Так, как сделать пластиночки? Срезали, расправили и отправили сушиться. Так, можно порезать все мыльце. Получаются вот такие пластинки. Там они высыхают 2-3 дня, и ими можно похрустеть. А для завитков уже понадобится лезвие заборчатое. Такое. Смотрите, совершенно другой завиток получается. Он закручивается. Для этого можно делать из этих цветочков можно делать розочки. Очень удобно. Ну, либо оставлять их вот так. Тоже сохнут довольно быстро. В общем, выбирайте овощерезки, которые вам нравятся больше. Металлические, керамические, с прямым или заборчатым лезвием. Пока-пока!